Кухкова Катя здесь. Катя, где война-то? А мы не ели. Война по расписанию. Хотим предложить вашему вниманию небольшой материал о нашей последней разработке. Это грузовой четырехколесный экипаж, оснащенный подъемным устройством, двигателем внутреннего сгорания и передним приводом. Это транспортер. Машины подобного типа выпускались в 50-е и 60-е годы в Америке, в Германии и в Италии. Они служили прежде всего в военных целях и назывались транспортерами переднего края для подгрузки и подгрузки боеприпасов, снаряжения на передовые во время боевых действий. Например, в армии США подобные машины, выпускаемые фирмой «Виллис», использовались даже во время войны во Вьетнаме. Машина оснащена двигателем рабочим объемом 350 кубических сантиметров. Это в основе ИШ. Вот. Двигатель еще оборудован лепестковым впускным клапаном. Здесь бак. Двигатель установлен как бы задом наперед. И благодаря редуктору машина, тем не менее, передвигается вперед. Все детали трансмиссии размещены здесь спереди. Позже появились четырехколесные мотоциклы, которые используются и по сей день в гражданских и военных целях. И такой класс машин, как транспортеры, легкие транспортеры, сошли со сцены. Но идея эта нам очень стала интересной, и мы попытались уже создать транспортер, который на технологиях АТВ базируется. Не на старых, а прежние, если говорить о транспортере «Виллис», ну, практически это джип «Виллис». Вот. То здесь, на этой машине, использованы технологии, как бы, которые используются нынче в АТВ. Вот. Хотя непосредственных заимствований от АТВ в этой машине нет. Здесь нету, кроме резины и колес, нету ничего от АТВ. Большое внимание в процессе разработки машины мы уделяли функциональности машин, а также эргономии. Поэтому здесь есть такие элементы оснащения, которые отсутствуют в известных, по крайней мере, в известных нам транспортных средствах. Допустим, наша машина оснащена подъемным устройством, совершенно необычным рулевым управлением, что касается эргономии управления. Здесь нет руля, как вы видите, обычного, ни круглого, ни мотоциклетного, то есть перед водителем идущая ось здесь отсутствует. Подъемное устройство, которым оснащена эта наша машина, может работать как позитивно, так и негативно. Это значит то, что подъемное устройство может использоваться для погрузки грузов в кузов, которые, кстати, самосвальные. А также
Машина может поднимать даже саму себя. Происходит это следующим образом. Возможно, органы управления на этой машине и выглядят немножко необычно, но на самом деле мы придерживались мотоциклетных стандартов, поэтому для мотоциклиста здесь все на привычных местах. Ручка газа, передний тормоз, рычаг сцепления, все на своих местах. Сиденья, даже ноги. Для улучшения эргономии здесь даже предусмотрена оперативная регулировка сиденья вперед и назад, а также высота полуспинки. То есть любой водитель любого роста найдет себе оптимальное положение. Кузов машины оснащен откидными бортами, которые фиксируются как в открытом, так и в поднятом положении. И также вы видите функцию самосвального кузова. Под машиной, под кузовом расположен ящик для шанцевого инструмента. Тут недалеко аккумуляторная батарея, канистра для топлива и детали, элементы системы выпуска, то есть глушители. Один и второй. Для того, чтобы при движении в деревне, в сельской местности машина работала тихо и не мешала соседям. Трансмиссию мы осуществили по схеме старой советской инвалидной мотоколяски. То есть двигатель расположен как бы задом наперед. Далее крутящий момент цепи передается на реверс-редуктор с дифференциалом от грузового мотороллера. Вот. Но который работает наоборот, как бы на заднем ходу, потому что двигатель, если подумать о расположении шестерен в этом устройстве, то идея была в том, что при движении вперед, то есть в основном в режиме движения, в зацеплении находились бы лишь две шестерни, что обеспечивает более высокий коэффициент полезного действия и более высокую экономичность машины. Поэтому двигатель здесь задом наперед. Ну а передний привод, тут есть шарниры равных угловых скоростей, а также резиновые шарниры, которые сглаживают колебания и уменьшают нагрузки на шестерни трансмиссии. Зимние испытания показали, что передний привод – это замечательная вещь на такой легкой машине. Управляемость машины, устойчивость движения, как в траектории, так же и прямолинейное движение, замечательное. То есть мы катались в компании с мотоциклистами, с коляской, Уралы, там даже приводные коляски были. Эта машина превосходит их, как бы, благодаря переднему приводу, устойчивость прохождения ледяной трассы, ледовой трассы гораздо выше. Гораздо выше, при значительно меньшей мощности мотора. Вот. Поэтому по зимой, по лесу никаких буксований, достаточно переднего привода. Ну, может, это объясняется тем, что выбор резины для передних ведущих колес оказался довольно-таки удачным. Передние колеса мы использовали 12-дюймовые, с характерным таким АТВ-шным рисунком протектора, а задние с более спортивным рисунком 10-дюймовые. Под правой ногой находится педаль заднего тормоза и под ней же переключение передач. Кроме того, передачи можно переключать еще и рукой. Здесь на правой стороне под правой рукой расположен рычаг включения массы, замок зажигания и вольтметр. Для простоты конструкции мы не стали оснащать машину электростартером, поэтому запуск двигателя осуществляется кикстартером, привычным всем мотоциклистам кикстартером, который расположен спереди. И посадка на место водителя также осуществляется спереди. Вот таким образом. Это сделано для того, чтобы можно было на машину перевозить длинные грузы, длиной до 6 метров. Они располагаются вдоль бортов. И то, что они там выходят, выступают вперед, назад, это не имеет значения.
на машину водитель может все равно занять свое место, благодаря тому, что именно спереди осуществляется посадка. Дизайн машины решен в стилистике заводских прототипов. Это не кастом, это не самоделка или переделка какая-то, это научно-техническая разработка. Так мы к ней относились с самого начала. Это научно-техническая разработка. Любая идея требует какой-то самой первой реализации. И обычно для этого служат прототипы. Любое серийное производство, любая новая техника, она подразумевает строительство нескольких, а то и десятков, нескольких десятков, а то и сотен прототипов. Вот. Это вот первая реализация такой идеи транспортера. Цвет выбран, исходя из того, что известный бренд, который здесь указан, ну вот, он известен своей военной продукцией. Вот, и поэтому как бы цвет зеленый, просто там его много. Вот, поэтому машина наша типа вроде как оттуда, значит, зеленый цвет покрашена. Ну и элементы, характерные для этого бренда, здесь мы постарались использовать. Вот, местами конструкция выглядит достаточно грубо. Вот, сварочные швы там не зачищены, оставлены вмятины в металле, что характерно было для советских прототипов. Если кто видел в советское время, как выглядели ижевские или там ковровские прототипы, надо сказать, весьма страшненькие. Эта машина еще весьма хороша собой. Вот. Ну, вот эта тема такого вот, сделанного на военном заводе, но гражданского варианта продукции. Вот, она здесь как бы по всей машине, вы можете ее видеть. Поэтому рычаги передней подвески, элементы там крепления задней подвески хромированные, что говорит о том, что машина все-таки не военного назначения, а гражданского. Просто сделана как бы на военном предприятии. Несмотря на относительную сложность созданной нами конструкции, эта машина представляет собой обыкновенную тачку, разве что оснащенную двигателем и весьма совершенной ходовой частью. Иван Иванович, у нас матрица так же. Можно? Мужчина, можно?